Всем привет! Сегодня у меня еще одно видео на тему школьной принадлежности, и на этот раз я сделала пенал. Пенал для карандашей, ручек, ножниц, кисточек и, в общем, всех длинных предметов. Мне понадобилось два куска войлока, кусок ленты, текстильный клей. Вместо текстильного клея можно было взять какой-нибудь суперклей. Линейка, ножницы и канцелярский нож. Один кусок войлока я ложу вниз, на край вот так прикладываю ленту и сначала наношу очень много клея. И опять сказала, ложу ленту. Не ложу, а кладу. Клей наносим щедро, не жалея. И сверху мы приклеиваем второй кусок войлока. Хорошо расправляем и ждем, когда клей полностью высохнет. Вооружаемся линейкой. Отступаем сверху примерно сантиметра два. И от каждого края по 5 сантиметров. Вот мой кусок, он полностью 30 сантиметров длиной. И я, получается, начинаю с 5 сантиметров и дохожу только до 25. И теперь режем полностью насквозь. Я вижу, или мой канцелярский нож слишком тупой, или, я не знаю, у меня сегодня мало сил или что, но у меня не получается прорезать насквозь, поэтому я просто сначала нацарапала контур, а затем разрезала, прошлась по нему обычными ножницами. Снова отступаю 2 сантиметра от этой линии и делаю точно так же. То есть по 5 сантиметров отступаю от края. Сначала черчу ее, нацарапываю ее канцелярским ножом, а затем разрезаю ножницы.
таких линий я делаю столько, сколько у меня влезет до тех пор, пока у меня снова снизу не останется примерно 2 сантиметра до края. У меня поместилось 10 карандашей сюда, и я думаю, что девчонки уже заметили, что кроме как пенал, эту штуку еще можно использовать для хранения кисточек для косметики, то есть кисточку для пудры, румян, теней, и также карандаши, которыми мы подводим глаза и брови, их тоже можно здесь хранить. Я надеюсь, что идея вам понравилась и что она вам пригодится. Ставьте мне большой палец вверх, оставляйте ваши комментарии и обязательно смотрите меня почаще, будет еще много всего интересного, полезного и красивого. Буду рада вас снова здесь увидеть. Всего хорошего, пока!